Салют, привет. Кто как проводит свою самоизоляцию, да? А я в начитке. И тем самым продолжаем озвучивать героя, моего героя Картера для вселенной Хейло. Рич, конечно же. В этот раз не хочу очень сильно много отвлекаться на болтовню и на разговоры с тобой, мой дорогой друг, к сожалению. Потому что нужно было бы уже сдать эту роль, а я просто тяну. Поэтому будем просто тупо заниматься озвучкой, сухо, ну, скажем так, прямолинейно, работая и не более того. Уж извини, но так выходит, так надо. Поэтому наслаждайся, возьми чаек, возьми, там, что, я не знаю, кофеек, может, кто. Ну, и здесь у меня чаек. Печенюшки. И слушай меня на фоне, там уж я не знаю, как оно получится. Если уж тебе интересно, то круто, я рад. Ставь лайкосики, ставь дизлайкосики, без разницы. Этим ты самую, ну, этим ты мне как раз и покажешь свою реакцию. Нравится тебе такой формат или не нравится. В общем, погнали, поехали, потому что времени действительно очень много затрачено будет на это. И не хочется отвлекаться лишний раз, ты уж прости. Итак, фраза... Найдем, пока ковенант их не нашел. Мы уже записали, на всякий случай, я не помню. Ну да, записали. Перепишем наверх и погнали дальше. Вот. Следующая фраза. 1370. Давай, Джун. Давай, Джун. Давай, Джун. По-моему, первая самая лучшая все-таки. Никакая. Давай, Джун. Go ahead, Джун. Давай, Джун. Давай, Джун. Вот это. Одна из таких странных, интереснейших ролей, которые мне доставались. Она действительно трудоемкая и... Не знаю, как это все. Опа, смотри, как интересно здесь есть. Ладно. Понял. Понял. Шестой. Понял. Шестой. Пойдем посмотрим. Понял. Шестой. Пошли посмотрим. Пошли посмотрим. Пошли посмотрим. Ну да, все правильно. Так. Что ж. Движение в здании впереди. Движение в здании впереди. Пойдем проверим. Let's check it out. Давай-ка, ну, проверим. Движение в здании впереди. Проверим. Проверим. Движение в здании впереди. Проверим. Проверим. Движение в здании впереди. Проверим. 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 Движение в здании впереди. Проверим. Проверим. Движение в здании впереди. Проверим.
Ничто, ничего из этого. Движение в здании впереди. Проверим. Проверим. Вот так, проверим. Движение в здании впереди. Движение в здании впереди. Проверим. 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 Движение в здании впереди. Движение в здании впереди. Проверим. Проверим. Движение в здании впереди. Движение в здании впереди. Проверим. 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 Движение в здании впереди. Проверим. У меня там музыка на заднем фоне. Такой тех. И я думал, что это здесь у меня что-то хрустит. Да, нормас. Вот оно, хорошо. Чисто для справки. Чисто для справки. Идем тихо. Похоже, другой позвал подмогу. Готовься. Похоже, другой позвал подмогу. Похоже, другой позвал подмогу. Готовься. Похоже. Похоже, другой позвал подмогу. Похоже, другой позвал подмогу. Готовься. Готовься. Похоже, другой позвал подмогу. Похоже, другой позвал подмогу. Готовься. Хорошо. Ну, привычка, отлично. Готовься. Ну-ка. Отлично. Будь начеку. Будь начеку. Придет больше. Будь начеку. Придет больше. Будь начеку. Придет больше. Придет больше. Вот так. Придет больше. Будь начеку. Придет больше. Придет больше. Будь начеку, придет больше. Будь начеку,
придет больше. А я сейчас вот так вообще сделаю, и все. Тых. И типа, вот, две части мы сюда вложим. Нафиг надо. Устал я вот эти вот... Нет, так не надо. Будь начеку. Будь начеку. Будь начеку. Придет больше. Вот. Угу. Таких фраз еще, ой-ой-ой, как много. Куда-то деваются иногда фразы вот здесь, и поэтому просто берешь и, ну, пропускаешь, что делать. Принял. 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 Все равно тут нет. Принял. 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 Все равно тут нет штурмовиков. Все равно тут нет штурмовиков. Принял. 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 Все равно тут нет штурмовиков. Там в хвосте штурмовиков. Ну, вот эта вот часть. Она резко обрубалась. Надо иногда подольше делать. Подлиннее. И она будет так получше, конечно же. Так. Что у нас? 15:40. Нужно найти штурмовиков. Нужно найти штурмовиков. Нужно найти штурмовиков. Нужно найти штурмовиков. Вторая, конечно же. Ищи любой след этих штурмовиков. 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 Моменту. Что ж, погнали дальше.
Штурмовики должны быть... Штурмовики должны... А я не записываю. Штурмовики должны быть рядом. 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 Рядом. Штурмовики должны быть рядом. Штурмовики должны быть рядом. Штурмовики должны быть рядом. Быть рядом. Ну-ка. Кстати, спонсор сегодняшнего. Ну что вот, блин, за хрень вообще? Опять какая-то фигня там сверху. Шестой, идешь не туда. Шестой, идешь не туда. Развернись. Шестой, идешь не туда, развернись. Шестой, идешь не туда, развернись. Развернись. Шестой, идешь не туда, развернись. Угу, нормас. Я говорю, спонсор сегодняшнего стрима, или как назвать, записи, да? Мистер Олень. Еще один здесь. А, третий вот. Мистер Дир. Шестой, вперед! Я найду транспорт. Я найду транспорт. Шестой, вперед! Я найду транспорт. Вот так. Вот, хорошо, прямо оно звучит. Мне нравится. Что ж поделать-то? Так. Давай, Кэт. А где вот? Давай, Кэт. Давай, Кэт. Давай, Кэт. Go ahead, Кэт. Давай, Кэт. Давай, Кэт. Давай, Кэт. Давай, Кэт. Да, go ahead. Ну, это по сути продолжай. Давай, Кэт. Угу. Кто-то, может быть, спросит, а зачем ты прикладываешь палец? Ну, вот эту часть. Сюда. Дает... Ну, он разговаривает по рации в большинстве случаев. Ну, этот... Картер. Мой персонаж. Вот. И мне легче так входить в роль. То есть он, типа, говорит: давай, Кэт. Кто какие приемы использует, уж извините. Принял. Принял, Картер. Конец связи. Принял, Картер. Конец связи.
Да, последняя, конечно же. Конечно же, последняя. Вот так. Идет дым из того соединения. И активность. Проверим. И активность. Вот так. Идет дым из того соединения. И активность. Проверим. И активность. Нормас, нормас. Хорошо голосом сыграл. В принципе, он безэмоциональный, конечно, такой. Но у него есть задание. Поэтому он... Я думаю, что мое дело это довести... Это довести до игрока смысл. Смысл. То есть... Это же не просто слова. Это же еще призыв какой-то к действию. То есть там идет дым из того соединения и активность там же. Проверим. Так. А куда дел... Ну ладно. Мы закончили. Мы закончили. Уходим. Мы закончили. Уходим. Пока не пришли еще. Пока не пришли еще. Мы закончили. Мы закончили. Уходим, пока не пришли еще. Пока не пришли еще. Да, все нормально. Да, да, все нормально. Мы закончили. Не мы закончили, а мы закончили. Мы закончили. Уходим, пока не пришли еще. Быстро слишком сказал, по-моему. Пока не пришли еще. Мы закончили. Уходим. Пока не пришли еще. Уходим. Не уходим, а уходим. Мы закончили. Уходим. Пока не пришли еще. Пока не пришли еще. Очень рвано. Мы закончили. Уходим. Мы закончили. Уходим. Пока не пришли еще. Нет. Сука. Мы закончили. Ну-ка, дай-ка. Здесь помогает этот. Мы закончили. Уходим, пока не пришли еще. Вот так. А то я какую-то глупость начал делать в самом начале. Guns N' Roses. Блин, так хотел сходить на их концерт, конечно, и не пошел. Почему? Денег было жалко. Как дорого они стоили. А потом еще дороже стали. То есть я вначале всегда так думаю. Типа, ой, ну концерт 3500. Ну или сколько он там выходил. Ой, нет, дорого. Потом через время такой, ой, слушайте, 3,5 еще не так дорого было. Принял Джун. Принял Джун. Штурмовики должны быть рядом. Штурмовики должны быть рядом. Принял Джун. Штурмовики должны быть рядом. Шестой, пошли. Нет. Штурмовики должны быть рядом. Принял, Джун. Штурмовики должны быть рядом. Штурмовики должны быть рядом. Принял, Джун. Штурмовики должны быть рядом. Рядом, блин. Р-р-р-р. Иногда не получается. Я не знаю почему. Никогда раньше проблем с буквой Р не было. А тут кошмар какой-то. Принял.
Принял, Джун. Штурмовики должны быть рядом. Штурмовики должны быть рядом. Принял, Джун. Принял, Джун. Штурмовики должны быть рядом. Шестой, пошли. Хорошо. Я удивился, что прям такая цифра выходит. Ну, то есть резкий слишком переход, конечно. Ладно, бог с ним. Ух, я думал, что меньше. Оказывается, не так. Должно быть они. Пошли, лейтенант. Ох, прям. Когда переслушиваешь свои фразы, и итог реально очень похожий. То есть ты прям слышишь, когда ты попадаешь. И что самое главное, могу сказать, таких вот моментов, когда ты уже с первого раза въезжаешь в то, что там произносится, оно, ну, очень круто. Ну, то есть ты видишь, как ты сам реально очень круто вперед двигаешься, растешь. Шестой, держать позицию. Шестой, держать позицию. Зачистить зону посадки. Нет. Шестой, держать позицию. Шестой, держать позицию. Зачистить зону посадки. Блин, посадки. Сглазил себя, да? Шестой. Шестой, держать позицию. Шестой, держать позицию. Зачистить зону посадки. Нет. Шестой. 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 Держать позицию. Зачистить зону посадки. Зачистить зону посадки. Ну-ка, нет, подожди, может, не нужно переигрывать? Зачистить зону посадки. Шестой, держать позицию. Зачистить зону посадки. Вот. Вот оно, вот оно. Без лишних понтов вообще. Раз, два, три. Оп. Погнали дальше. Пам-пам-пам. 900. Ну, как скажешь. Шестой, мы на Соколе. Джун, пошли. Шестой, мы на Соколе. Джун, пошли. Кажется, что как будто бы одинаковые окончания, но это не так. Нормально. Нормально. У меня вчера у друга родился сын. Я так рад за него, вы бы знали. Спайк, если ты это будешь смотреть, я очень рад за тебя. Джун, какой статус? Джун,
Какой статус? Джун, какой статус? Первое. Да елки-палки, ну, руки криворуки, что ли? Это так, я сейчас что-то подумал, что, я говорю, вчера у друга, а у него же есть жена все-таки, которая была тоже к этому причастна, вот. Ирен, поздравляю тебя, дабл мама. Принял третий. Сиди тихо. Скоро будем. Нет. Принял третий. Сиди тихо. Скоро будем. Принял третий. Сиди тихо. Скоро будем. Блин, вот здесь проще работать почему-то мне. Ну ладно. Там, наверное, просто в этом углу. Там моя морда лица должна быть. Поэтому вам не совсем видно, что я делаю в этой области. Вот, я имею в виду здесь вот. Здесь вы видите, а так нет. Что дальше? Давай, поехали. Пошли шестой. Пошли шестой. Пошли шестой. Нужно найти его до Ковенанта. Пошли шестой. Пошли шестой. Нужно найти его до Ковенанта. За мной, Нобл 6. Нормас. Ну, там написано шестой. Я не хочу. Не всегда надо повторяться все-таки. Шестой, шестой, шестой. Нобл 6, он же тоже там. Ты, Нобл 6, там еще что-то. Нормально, в принципе, это ничего такого ужасного нет. Я не отхожу от текста, не убираю смысл. Это важно. Это очень важно. Тихо. Джун, на связь. Джун, на связь. Нет, оно не так. Джун, на связь! Вот так. Держись! Держись! Мы идем! Держись! Мы идем! Держись! Мы идем! Первое,
конечно. Это, к слову, опять же о том, как получаются эти реплики. То есть ты прослушал, вникся, бахнул, а потом делаешь еще дополнительно 2-3, и такой думаешь, да нахрена я их делал? Че, я не мог нормально, что ли, с первого раза? Мог. Все нормально. Так. Тихо. Шестой! Мы должны... Шестой! Мы должны найти сбитый сокол! Шестой! Мы наш... Кто там? Шестой! Мы должны найти сбитый сокол! Да ну, блин. Вот это послушайте. Нафига? Нафига я делаю лишние дубли, лишнее время теряю? Вот. Это обыденная неуверенность в себе и в сделанной работе. Когда ты такой, типа, блин, по-моему, нет. Лучше сделаю-ка еще несколько и выберу из них. А все нормально получается с первого раза, по сути. Так и зачем тогда брать и... Ну, хотя ладно. За мной, шестой! За мной, шестой! За мной, шестой! За мной, шестой! За мной, Noble 6! Вот так. Угу. Блин, не понял, в смысле дальше? Дальше! Сбиваем их и убираемся отсюда! Дальше! Сбиваем их и убираемся отсюда! Да, смысл понятен был, потому что я такой, дальше. Изначально первый дубль был как будто бы обращение какое-то там. Noble 6, дальше. Или еще что-то. Типа, Василий, дальше. Так. Дальше. Дальше убираемся отсюда. Дальше убираемся отсюда, пока новые не пришли. Дальше убираемся отсюда, пока не пришли новые. Дальше убираемся отсюда, пока не пришли новые. Ну ладно, послушаем. Ну вот и все. Вот и решено. Пусть я даже немного изменил текст. Местами поменял, смысл не поменял. Вот и все. Понял. Погнали. Дальше, погнали. Какое странное название. 73. 73. Мы нашли Noble 3. Запрашиваю эвакуацию. Мы нашли Noble 3. Мы нашли Noble 3. Запрашиваю эвакуацию. Мои координаты. Мы нашли Noble 3. Запрашиваю эвакуацию. Мои координаты. Они оба крутые, блин. Вот и в такие моменты ты такой думаешь, и что?
Все же вот так. Все же вот так. Первая часть была лучше. Ой-ой-ой. Ладно, что ж. Падам. Спартанцы, держать позицию! Ну, потерялся. Где? А вот. Глупый какой. Спартанцы! Спартанцы, держать позицию! Зачистите зону посадки! Нет. Спартанцы! Спартанцы! Спартанцы, держать позицию! Зачистите зону посадки! Нет. Спартанцы, держать позицию! Зачистите зону посадки! Без пауз вообще, да, решил налепить? М? Спартанцы! И все. Спартанцы! Спартанцы, держать позицию! Спартанцы, держать позицию! Зачистите зону посадки! Нет, нет! Спартанцы, держать позицию! Зачистите зону посадки! Зачистите. Спартанцы, держать позицию. Зачистите зону посадки. Ну, прям командир. Прям капитан второго ранга. Картер. Ну, он же капитан второго ранга. Пошли дальше. Транспорт! 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 Зона посадки чиста! Транспорт! 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 Нет, он же... Транспорт! 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 Зона посадки чиста! Идем на эвакуацию. Ох, что-то мне подсказывает, не прошло. А, вот ты ошибался, ты, Евгений Павлович. Очень даже хорошо сказал. Очень даже хорошо передал эмоции. Ну, суть, даже лучше так. Как мы видим, совсем-совсем шушуть осталось. 60. Нам нужно искать Джуна. Нужно искать Джуна. Вторая часть. Не будем отходить от текста в этот раз. Хотя он там говорил «We need to find June», да, там, или «keep» что-то. Ну-ка. «Keep looking». Нам нужно отыскать Джуна. Или вот так это даже, да, должно звучать? Нам нужно отыскать Джуна! По смыслу? Насколько позволяет мой английский. Именно так это и должно перевестись. Никитос? Никитос это... человек, как раз мой товарищ. С которым мы уже работали и не раз по Halo. Вот, ты уж меня прости. Я иногда буду отходить от написанного текста. Но я чувствую персонажа, скажем так, как он, блин, говорит, что ли, за все это время уже. Нужно найти сбитый сокол.
Нужно найти сбитый сокол. Вторая часть больше мне. Конечно. Вот так. Восемьдесят. Там сокол Джуна. Минутку. Так, погнали. Прошу прощения за то, что отвлекся. Надо было. Надо было кое-что сделать. Я нашел Джуна. Я нашел Джуна. Передаю координаты. Шестой. Нет, слишком налеплено. Я нашел Джуна. Передаю координаты. Шестой. Вот так. Like this. Мы нашли Джуна. Нужна подмога. Мы нашли Джуна. Нужна подмога. Нет. Мы нашли Джуна. Нужна подмога. Нужна подмога. Мы нашли Джуна. Нужна подмога. Вот оно. Прослушать еще раз. Вот так. Вот так. Like this. This. Здесь нет следов сбитого сокола Джуна. Здесь нет следов Здесь нет следов сбитого сокола Джуна. Да.
Что ж, осталось там совсем чуть-чуть. Вижу еще поселение. Вижу еще поселение. Вторая, конечно же. Вторая реплика. Вторая фраза. Чуть дальше надо. В хвосте там окончание поселения. Вот оно. Так, немножечко передвинем. Потом лишнего. Стоять! Вижу еще поселение к северу. Вместо экспорта нажал. Клоус нажал. О, стоять. Нельзя же так. А я уже что? Ну ладно. Стоп, а я... А, ну да. Вижу еще поселение к югу. 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 По-моему, последнее. Последнее либо первое? Последнее. А вот почему я тогда клоуз нажал-то, я уже записал, почему. Глюпый, Женя, глюпый. Вижу еще поселение к востоку. Не записал же еще, куда я? Куда я тороплюсь-то? Все, быстрее хочется. Ну, тут можно даже не слушать. Вижу еще поселение к западу. Нет. Вижу еще поселение к западу. Вижу еще поселение к западу. Нет. Вижу еще. Вижу еще поселение к западу. Последнее. Вот оно. Вижу еще поселение к западу. Ничего не поделать, уж так есть. Вот оно. Пам-пам. Так. О, как! Смотри-ка сразу. Типа... Угу. Шестой. Зайди и ищи комнату управления. Ай ты ж, смотри-ка, не писал. Шестой. Зайди и ищи комнату управления.
Ай, сломал, сломал. Файл экспорт. Падам. Ищи комнату управления, лейтенант. Ищи комнату управления, лейтенант. Ага, какой прям зверский. Слушай, я что подумал? Вам, наверное, там не видно, что я делаю это с правой стороны. Потому что у меня же вот это здесь. Да и так не видно будет. В общем, вот тут у меня такая вещь есть, как экспорт аудио. Ну, в общем, чтобы экспортировать файл в нужном формате. Вообще. Вот, и вы его просто не видите, там, наверное, непонятно просто, что я делаю. Извините, ну, в общем, вот это так выглядит. Я беру сюда, вставляю, ну, и делаю... Опа! Погоди. Потому что это 510. Вот так это происходит. Пам-пам. Вот. Ну, что ж, ладно. Еще покажу разок. Разулю хотел сказать, потом разук. И получилось, ничего не получилось хорошего из этого. Так, вот эта часть. Шестой. Иди убей этих ублюдков. Так. То есть вот чем я занимаюсь там. Зону, которую нужно будет экспортировать. Это сама дорожка. Аудиомиксдаун, ну и, соответственно, вот оно. Падам. Наверное, здесь оставлю эту работу. Ну, это окно, чтобы было видно, понятно, что там происходит вообще. Потому что так картинка получается неполная. Итак, ребятки, спасибо большое. Я сейчас через какое-то время еще продолжу, но это уже будет отдельный видос. Посему... Спасибо вам большое. Давайте, сейчас ставьте лайчанки и тому подобное. Короче, ладно, без всякой этой траторки. Все, спасибо большое, обожаю вас. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, зовите друзей, рассказывайте друзьям о том, что вообще происходит. Вот он, мир дикторства, мир озвучания. Может быть, кому-то это будет тоже интересно. Если так, то, блин, создаем просто большую, огромную, прекрасную семью тех, кому что вообще, что почем интересен. Процесс всего этого, наверное, я просто один из, может быть, первых, которые занимаются вот так и показывают, причем, как это происходит внутри. Все, пока-пока, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите в комментариях, что там вам понравилось, что не понравилось, и рассказывайте друзьям обязательно, я буду вам премного благодарен. Все, целую, обнял, 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 блин.